Я нашел себе причал, к нему и причалил. Два причала даже, еще один надо будет разведать, узнать, что там. Вот. И еще одному духу надо помочь найти, где он находится. Давай. Это что-то у меня немножко все подглюки, вот, конечно. Из-за видяха слабенькая. Поэтому собираю средства на видеокарту. Кто желает помочь, можете перевести. Да, буду рад, даже рублю. Давай, ну что ты? Что случилось? Назад. Параметры, чё? О, графика даже средняя. Вот тени вообще убрать. Самозатенение. Ну, вроде. На. Так. А это, кстати, труп. Смотрите, только у меня там вроде карлик был. А тут, смотрите, какой-то труп. Что это такое? Легендарный предмет. Камень, впитывающий энергию при контакте, высоко ценится гномами, используется для улучшения рукояти с эффектом похищения жизни. Встречается в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. Ага. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Читай давай. Да. Квейк я. Давай, я слушаю. Ой-ой-ой. Давай. Еще немножко. На. На. Вот так. Лети за ними. Бам. Под ножки. Мимо. Ой-ой-ой. На. Отец, давай. На. Вот так. Мы справились. Что, говно из говна выбил? Нам нужно поговорить. И еще один дух, которому что-то надо. Как неожиданно. Так. Этот ведет себя как тень, но вместо сейдер использует магию льда, и он точно скиталец. Ага. Я себе пометки делаю. Тут, блин, с тобой поговорить. Давай. Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. Постараюсь. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... Я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Хорошо. Ладно. Спасибо. Под водой. Так. Уже лучше. Таинственный след души, сгинувший в море, используется для улучшения. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. Мне интересно, и тебя не должно. Что-то за гигант? Тебя не что волнует, за план? Просто все вокруг умирает. Наша цель — подняться на вершину. Да ну, тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. Красивые слова. И помогать другим. Так. Давай, мелкий, не выпендривайся. Блин, мне интересно, что это за труп такой. Смотрите, у него и ноги тут поедены акулами. Или он каменный наполовину, или как.
Ну это точно. На. Кусок мяса. Так, ладно. Я уверен, тут вода еще должна спасть. Раз под водой, я под воду вообще никак уйти не могу. Да и там похожие были фишки. Так, ну-ка. Опа. Ага. Давай. Молодец, малой. Вот так вот сына воспитал, вырастил, выкормил. Там никак. Так, у нас несколько путей. Что мы тут имеем? Какую-то штучку. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Так, ладно. Ага. А как туда подняться? Вот поэтому я говорю, что... Во-во-во-во, стой. На. Еще один он там. Нет, это не он. Блин. Видяха подводит. Но с этим ничего не сделаю. Отлично. Такс. Что, гному ехать, чтобы он нам ремонтировал, делал. Вижу уже, что здесь еще там есть. И тут всякой хрени до хрена. А как попасть туда? Вау, еще что-то нашел. Отрыл. Взял. Рубленое серебро. Так. Ладушки. Где были у бабушки? God of War. Хорошая война. Давай, пойдем. Вот о чем я говорил, видите? Вот эти шары, кстати, тоже надо будет разбить когда-нибудь. Что цепь должна быть скинута, и там еще кто-то, еще должно бы обмельчать. Ладно. Чуть-чуть погодим с этим. Ну-ка. С этой стороны у нас что? Куда здесь ведет нас тропа? Ага. Область открыта. Ага. Вообще не помню, был ли я здесь. А, я к гному, что ли, пришел? Ну-ка, давай тогда, если мы к гному пришли, то давай дойдем до него, навестим. На. Навестим старого знакомого. Сын. Пусть нам топор подремонтируют или что-то надо с ним делать. Раз уж мы здесь. Эй. А, блин. Ну так-то далеко от он находится. Вот слышу даже, как наковальня звучит у него. А тут один и тот же или, блин, другой гном? Вот мне интересно узнать тоже. Пока, минутку. Вот так, я думаю. Эй, Брок! Мы кое-что нашли. Давай. Правда? Очень интересно. Блин. С
создать. Нахрена нам не нужно. Так. Улучшить. Замерзшее пламя, нет. А для сынка? Блин, прочная свартальсталь, ага. Чего вам еще? Ну вот это, ради бога, сколько угодно. Так. Даже не знаю, что у него там за колчан теперь стал. Улучшено до максимума. Так, нагрудная броня. Давай. Теперь можешь не осторожничать. Так. Еще можно улучшить? Броня для рук. Ага, всяких ресурсов надо до хрена больше. Прочная, так. Вот с этой сварской сталью или кто она там. Жопа полная. Так. Талисман. Улучшить. Что-то не понял. А, недостаточно ресурсов. Я думал, так, рукоять для топора. Вот она. Вот та чешуйка мирового змея нужна. Купить. Чего нужно-то? Да, не, стой ты. На. Надеюсь, вы довольны. Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Так. Ой, что у нас здесь? Так. Броня. Так. Все в минусе, да? Так. Минус, минус. На, окей. Надо на 3 прокачать. Ну, гном умную вещь сказал. Надо же. Получено. А может сейчас надо? Я готов к работе. Нет, смотрите-ка. Рукоять для топора тоже не вышла. Приходите еще. Все, давай, иди. Усуйся. Без тебя теперь можно разобраться будет немного. Смотрите, ну зато наруч я себе сделал. Что-то я не замечал, кстати. По ходу дела, ну, реально наручи. Ну-ка. Броня, наручи, где у меня? Куда автоматически, значит, перешел этот руна. Давай, 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 давай. Сюда. Пойдем, пойдем. Зато сын, ну что, лук прокачал. А, колчан прокачал. Ладно. Так. Теперь нам что надо? Из-под воды.
Едем к основному. А, нет, есть еще. Да, еще одно. Вспомнил. Сейчас туда съездим, узнаем сначала, что там еще похоронено. Заложено, или как оно говорится. Покладено. Давай, мощный. Блин, а как я вот с железным этим плавать-то буду? Хотя он и не плавал так-то. Не видел, чтобы он в воду лез купаться. Так. Там мы были. Стой, куда ты плывешь? Вон туда мне надо. Вот здесь вот я видел причал. С причала рыбачил апостол Андрей. Давай. Ну а я ходил по воде. Так. Соберись. Да. Сверху, берегись. Даже ты не вспотел. Конечно. Блин. Что такое? Мы можем не только уклоняться от их выстрелов, но и прерывать их стрелами или бросая топором. Более сильные существа стреляют быстрее. Ну это понятненько. Вау! Защищены копьями. Ну-ка, бери. Круто, новая карта. Так. Я отомстил троллю за гибель родных. Блин, опять туда же. Но эта победа обошлась мне дорого. Все, что у меня осталось, я зарыл рядом с ее трупом. Мы с Игнаром часто встречали рассвет на... А, нет, это мы видели, вот. Так, Моцогнир, владыка людей и зверей, я явился сюда, дабы... Чтобы, дабы что? Дабы знать, разгадал ли он секрет создания легендарной брони, но нашел лишь горе и смерть. Я оставляю эти дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Я знаю, где это место находится. Это где ворота я открывал. Вам видно, да? Ва, пальцем тыкаю, вам не дам. Ну, я знаю, где. Потом сплаваю. А, только не забыть. Так, а как сюда мне попасть? Так. Ладно. Понятненько. Не на тот причал причалил, что ли? Ай-яй-яй-яй. Стой. Нет, не на тот причал. Сюда потом. Поехали. Сын. Смотри, сейчас батька развернет лодку. Так. А как здесь быть? Вот мы залезли сюда. Будь добр, доставь нас. Куда тут можно? Нифига.
Все понятненько, мы здесь не нужны. Поехали. По основному заданию. Блин, там какие-то динозавры, какое-то возвышение. Потом мы еще оббежим это здание с тобой не раз. Чтобы посмотреть, что это такое. Вот так. Когда это все построили? Очень-очень давно. Нет, так не пойдет. Почему не пойдет? Ты считаешь, что я неправильно делаю это? Куда это ты собрался? Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Ну вот. И ты здесь. Ну как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. А к Броку не зайдем? Да, зайдем. Что тут есть? Вот эти вот постаменты, это что? Что они связывают? Что надо сделать с ними? На. Иди уже сюда. Сейчас ты так обрадуешься. Так обрадуешься. Да подожди ты. Я так вам не сказал, Нарад, не знаю, к чему. На, ни хрена. Ну давай. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь... Можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Я готов к работе. Каких-то появляются талисманы, так, в лавках появились талисманы, рукояти и чары. Ага, вот. Броню, как и другое снаряжение, можно улучшать в лавках, щелкните мыши, чтобы... Так, ну это мы поняли. Так, улучшение брони позволяет усилить влияние на характеристики, это мы тоже знаем. Сынок? Ну, еще что-нибудь? Так. Купить. До встречи где-нибудь. Давай. Когда-нибудь. Как мне этим всем пользоваться только здесь? Первый нашел. Блин, это подожди, это мне надо все оплывать заново, что ли, чтобы это все эти штуки открыть. Охренеть. Ладно, это я потом сам сделаю. Потом, когда запись будет произведена, попробую оплыть, посмотреть. Надеюсь. Они волк, но надеюсь, он сказал, только сюда могу прийти. Но надеюсь, я не только сюда могу прийти. Ведь эта дверь работает в два конца. Должна работать.
Так. Это что за воин? Не тот ли скелет того воина мы там видели, наблюдали? Который великан или как он там? Так. Тут ступеньки, там ступеньки. Вот у нас что? Еще одна для коллекции. Такая же ерунда. Ладно, учтем. Так, поросль. Все тиной и водорослями заросло. Так, а я пришел оттуда. Пришел оттуда, вот он так вот. Опа. На. Так. Блин. План солдафонов. Так, тут мировой змей. Все понятно. Кстати, был мультик такой раньше в 90-х про Конана. У него был звездный металл. И там тоже змей был. Вот, кстати, на чем-то напоминает. Конан Варвар какой-то. Приключение Конана Варвара. Вот так, по-моему, называется полностью. Если... Ну-ка. Нет, ни хрена. Тоже ничего. Ничего не вышло. Так. На. Он упал. На. Тихо, 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 блин. Вот это вот, блин, мне... Хорошо, что он еще не так. Давай. Да, вот так. Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Рыба. Так, разбойники, так, добить их побыстрее, умирая, не используйте длитый дым в ближнем бою, нам придется от него уклоняться. Ну, это я так и понял, да. Только я не думал, что дым, я думал, взрыв просто-то. Так. Подъем. Не втыкается. На. Взял. А вот эта штука, которая должна спуститься туда, а я думал. Вот так. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Вот я уже понял. Но должен был попробовать. Ну-ка, пойдем со мной. Сейчас с тобой место одну посмотрим. Так. Полезли. Давай, сынок, давай. Давай. Такс. Полезная вещь. Проходик. Пока тут кроме прохода ни хрена нету.
Это чтоб не плавать, вот так вот по 10 раз. Кольцевую сделали. Куда? Вот куда, вот куда, в откуда и куда? Сына? Блин, что-то у меня не прогружается. Что это? Да. Да. Снес с одного удара. Давай, сейчас читать будешь. Так. Я же говорил, нам нужен ключ. Я же говорил, что это такое? Ужасно пахнет. Это я. А, вот так она замораживается. Так. Подожди, сына. Атрей, ко мне. Как собаку. Это не то. А что это? Лазим по храму, ни хрена не знаем, мы не можем. Смотрим сказку. Смотри, тут еще. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. Конечно, он весь мир опоясывал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Дальше-то что? Каждый свет так. Уходя, так, ну это мы понимаем. Не светильше. Кодекс. Так, это твари. Не тот. Не тот. Вот он. Мировой змей притянулся по всему, по всем водам Миграда. Достаточно ли он велик, чтобы справиться с Тором? До сих пор не могу поверить, что мы с ним встречались. Господи, всего-то. Так. Пойдем. Да. Что ты там так яд источаешь, я даже не понимаю. Эй, хоп. Что тут есть? На. Что это? Пока. Пойму. Так, это куда ведет? Да. Это не то. Не так. Давай-ка пойдем сюда, посмотрим, что здесь у нас. Опа.
Не туда. А, блин. Нет, так не интересно. Блин, видяха, видяха. Напоминаю, что сбор средств. Да хотя кого напоминаю. Да, напоминаю, сбор средств провожу на видеокарту. Ого, это Нацельбурм! На. Вот так. Сбор средств провожу, реквизиты вы можете найти в описании. Давай, сынок. Что берем? Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Да, может быть, может быть. Чисто! Так. Там еще непонятно, что есть. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Так. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Да. Все нормуль, сынок. Идем. Смотрим, кто там. Ого, какой здесь туман. Этот туман похож на обман. Еще гном. Может, нам... Нет, он нам не нужен. А, я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но... Я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя, ковали. Ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Съел. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Любил, да? Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Ну да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь Фрей. Ну на. Древко, кстати. Ты можешь что-то добавить. Замечательное древко. Но убирать ничего не смей. Ага. Но ты не мог бы положить его вон туда. Рукоять. Нет. Такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Блин, что ты так брезгуешь? Это же топор, оружие, орудие. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Чё ты? Минутку. Итак, давайте. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей.
Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Таких так. Камни... Она сама нас нашла. Твоя мама была... Используйте купленные камни воскрешения. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже... Существует несколько типов камней воскрешения. Говорит, однако Артей может носить с собой только один такой камень. Эйген Вегум Ханс. Генгур Айн. Точно. Впечатляет. Так. А ты в нее пошел. По глазам видно. Да. Спасибо, Сэм. Не трогай меня. Что? Я не трогал. Ты что? Я потом зайду. Обычный предмет. Волшебный камень, оживляющий Кратоса с небольшим запасом здоровья. Нажмите F, чтобы использовать. Одновременно у вас может быть только один камень воскрешения. Неплохо, неплохо. Так. А, так его покупать надо каждый раз. Так. Лелиафан. А, мне не хватает ресурсов. Есть еще разговор? Давайте начнем. Не-не-не-не, все. Если что-то будет нужно... Все, я понял тебя. Так. Нет. А зачем мне извлекать его? Навыки. Броня. Нет, ничего. Ничего не поменялось. Ну и тут тоже. Я тут. Давай. Ладно, буду верить, что ты его улучшил мне вообще. Что мне теперь надо? Жизни. Понятненько, так, ладно. А куда мне тут? Атрей, ко мне. Какие-то уши. Вау. На. Тихо, тихо. На. Пошел нахрен. На. Блин. Так. Тихо. Опа. На. Где ты? Опа, опа, опа. Да. Вот так. Что тут? Давай. Да. Что-то, если
атаковать Сильбуру, который зарывается в землю, он ненадолго лишится возможности копать. Понятно. Короче, во время того, как он зарывается, он бить еще сильнее и упорнее. Так. Здесь мы находим много всякого нужного нам и полезного. Так, ладно. Так. Что-то не понимаю, что надо сделать-то? Волная буква Б. Понятненько. Вроде не в ту сторону, да? Не в ту. Давайте посмотрим, какая еще есть. Вот так вот, значит, должна быть. Давай. Здесь вот такая должна быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. На. Вот так. Это должно выглядеть все вот так. Ну правильно, вот она открылась. О, казам! Что-то взяли. Рок. Третий, надеюсь. Третий. Все, теперь моя ярость увеличилась. Так, никаких воронов не видно, ничего такого нету. А как я должен? Нет, не так. Блин, блински. Ну-ка.
Вон оно. Бля, он не прыгает. Вот так. Все гномы странные, как Брок и Синдри. Не видно его, да? Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, так. Сын. Этот минус, и этот минус. Ладно. Так, туда мы не можем пройти, правильно? Давай. Хотя мне подарили. Почему на мой зов-то это прилетает ко мне? Если он, по идее, не мой первоначально. А моей супруги. Так. Куда-то идти. Что это там наверху? Сейчас, подожди, посмотрим. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. На. Приготовься. Давай, хреначи. Сюда. Смотрим. Что есть? Вот. Она не хотела, чтобы это открыли. Да мне кажется, хотела она или нет. Кого испугаешь, проклятие? Так, наручи. Но все равно мимо. Есть. Идем. Я сейчас у гнома там посмотрю еще. Что там есть? Если мы идем правильно, значит там мы шли неправильно, значит там должно быть что-то, что мы могли пропустить и не собрать. Хотя я уверен, мы тут должны бегать и бегать, раз мы должны возвращаться туда-сюда. Атрей, ко мне! Осторожно, я еще не починил! Проклятый привод. Да что с ним не так? А где ты? И кто ты? Гном? Кто-то распространяет эту чуму здесь. Тихо, тихо, тихо. Не вижу. А. Сюда, сюда. Вытащил, да, из камня.
Вон она. Пошли. Сын. Иди сюда. Пойти рядом с этим гномом тусоваться. На. Взял. Стали-то. То, что нам как раз для прокачки не хватает. Прошел? Я опять смотри. Нет, так не пойдет. Да. Может, мы найдем что-нибудь полезное? Вернемся? Да. Должен быть инструмент получше. Пока, если я могу так набрать. Да хочу открыть, попробуй. Что нам здесь я нужно? Понимаю, рано еще. Да. Пошли. Ну не забудь, что нам там еще штучка всякая есть. Мы еще придем. Кстати, мы столько это забрали. Есть хоть какой-то шанс, что у нас это запчасть. Чем могу есть служить? На прокачку. Есть. Какая-то такая броня для рук. Вообще не то. Улучшить, сила упадет. Не позорься. Продать. Где ты их вообще носил? Теперь все будет аккуратно. Наверное, тебе нравится работа моего. Еще можно даже одну. У брата. И очень зря. Купить нет, продать броня для бедер. А, так купить. Артефакты. Отлично. И не забывай дышать. Все, давай, иди сюда. Хрен тебя знает. Наплечники из кабаньей шкуры. Пошли, пошли. Бегом, бегом. Кувырками да перекатами. Ну, смотрите, пока не брата нашли. У этого чертового гнома. Давай, сынок, поехали кататься. Как на теплоходе, конечно, не получится, но... На.
могу, да, разбить, но это все равно что-то такое. Это собираловка. Ну вот, снова Вельва! Быстро! Готово! На! Вельва ранена! Хватай ее! Давай! Ломай ее! Я ее достану! Только скажи! Отец, берегись! Место! На. Неплохо, да? Давай, соберись. Так. Ну-ка, что такое? Вульва, так, его заразный порошок оставляет опасно даже после того, как сядет на землю. Если папа на него наступит, то порошок ранит и отравит его. То есть меня. Пипец. Вот такую мы уже видели. Так, цель в мире есть 7 запертых дверей. Найдите их все. И откройте их, когда сможете. Так просто мы не откроем. Ну, я находил уже такие. Там, где оттуда, откуда я пришел. Вот отсюда, где дом ходил. Вот дверка, как я понимаю. Заперто. А как их открывать? Ну, пока не знаю. Я даже не знаю, что за дверью там. Чтобы что-либо утверждать или говорить. Да. Давай. У нас здесь взял. Подожди, что за дверь там стояла? Не откроешься? Вот эти шарики, они что-то должны делать. Нет, все-таки путь у меня пока один. Пойдем, путешественник. Так. Поехали. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Да. Да. А там хоть усрись. Так. Мы видели много свирепых волков, но эти на них не похожи. Видимо, они больные. Эти волки плюются ядом, в которых лучше не наступать, и дерутся намного яростнее даже бешеных зверей. Наверное, им очень плохо, убивая их, мы прекращаем их мучения. Вон оно что.
Так. Такая большая площадь. И никого. Тролль должен быть. Так и думал, что что-то должно быть. Отпусти его! Молоток, сына. Ну давай. В глаз. Вот так. Блин, это я сделал или он сам сделал? Отец? Я с тебя подвернул и сделаю. Давай. Так, убивайте огров. А то. Берегись, отец! На. Так. Да. Береги, еще разок. Да. Вот так. Вот так. Блин, задел. Отходим, отходим, отошел, успел. Огр? Здесь? Кто это построил? Вот так. Огромные, сильные, злые, но, к счастью, не слишком умные огры, одни из самых родливых существ, с которыми нам довелось драться. Своими длинными руками они могут атаковать издалека и еще бить по земле и вызывать мощную ударную волну. Но мы этого не видели. Мы его захреначили. Папа может все что угодно. Так. Вот так. Так, легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку, возникает на местах великих битв, используя для улучшения топора Лелефан. Чары повышают силы и урон рун. Ну давай посмотрим. Чары.
Так. Оглушение. Урон на 1, но зато оглушение на 2. Вот эту поставим. А я могу ее прокачать? Ну, а здесь все стандартно. Какой ты... Ну ничего, нормально, нормально иду. Ой-ой-ой. Так. Я что-то маленько не догоняю. Что-то я упускаю или что? Так, рунический символ, так. Так, это что, силы минус 20, да даже не обдумывается этот вариант. Это я ни хрена в минуса-то уйду на сколько. На. Вот так. Все нормально. Папа, как всегда, справился. Так, слабая руническая атака, стремительный рывок перед последующим ударом в бою. Так, это 3. Так, бросок белого медведя. Нет. На. Пробивай, да, насквозь. Так, ну этот по кругу пресс. А это... Ладно. Ну это да. Этот мы видели в действии несколько раз уже. Все, там ничего нет внизу. А я туда спуститься не могу. Так, до тролля у нас ничего не было. Нет. До тролля у нас ничего не было. Кстати, как они так живут? Они вместе живут. Один чуть повыше, другой чуть по... Ой, стой, стой, стой. Где ты? Короче, где-то он здесь каркает, я его слышу, что он как птица-то. Найти не могу только. Ладно. Заходим. О, приехал к воротам. Горный лагерь. Область открыта. Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Красиво. Все в рунах, в узорах. Так, это вот она доставляет наверх. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно.
Да. Далеко ушел, далеко. А как эти корни-то распутать? Где-то надо деревьев повыхренакивать. Кстати, вот еще одно дерево. Дерево куст. У нас нет того, что помогло бы. Нет, не хватает мне чего-то в этой рукояти. Нога? А еще один тролль тут стоял. Вот такой же. Ой, мне кажется, он живет, поди, не дай бог еще. Я редко ошибаюсь. Кстати, смотрите, в горе высечено. Лицо такое. Кстати, вот реально так вот в горе высечь. Пусть будет, люди любовались бы. Это дым? Почему ты не встал? Подожди, ну отойди, не это. Сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, какой-то ведьму пепел. Бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Очень. Важнее всего. Погода в доме. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Может. Или вы мне просто нравитесь? А может, а? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Просто мы хорошие ребята. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Ой. Нет. Просто ради интереса. А он даже не идет, как в стену упирается. Вот тебе и черное дыхание. Это вот, смотрите, канатная дорога есть. Но это только спуститься. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Давай. Оп. Давай, у меня сил-то хватит, пока на этой дороге-то проползти. Точно знаю. Точно знаю. Наверняка. Сегодня вторник. Ты дома одна. О, господи, не то не та песня. Ладушки, ладушки. Так, минутку. Да, заправка. И сиропская кружка, да. Так, это мы пока. А, подожди, мы покуда сейчас только что пришли? Вы же оттуда пришли. Ты что, нас обратно ведешь? Ну давай. Роля живи. Нет? Ну ладно. Там растения будешь убирать. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. Ну что ты не идешь? И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. На. Вот так. Просто вот. Поверни.
Да знаю я, господи, как обращаться-то с ним. Вот, видишь? Вижу, вижу. Заяц, ты меня слышишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. Грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Блин. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Что-то ни хрена не сказочного у вас получается. А мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А? Печально. Ну давай. Назад идем. Зачем? Только оттуда пришли из мрака и темноты. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Ой, я даже не помню, как мы здесь проходили. Честно скажу. Ты смотришь? Леоста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. Подожди. Ну чё ты, блин? Давай, прогружайся. Ой-ё. А что за магия в этих корнях? Магия Ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так, мама почти не говорила о Ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Хренач. Что, опять мы вообще уходим отсюда, что ли? Язык Нифльхейма. Дурное место. Сплошь лед и туман. И злые насмешники гномы. Да? А ты не злая насмешница? Так, мы туда прошли, хрен знает куда. И ни хрена не сделали. Обратно идем. Охренеть. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилось вражда. На нас везде нападают. Это... Особенно мертвяки всякие. Радужный мост. Оставших мертвецов и правда. Вот что-то такое. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Так. Если эти твари нас заморозят, надо занять оборону, пока мы снова не сможем... двигаться нормально. Внизу лестница направо. Что ты, куда меня ведешь? Так, с другой стороны, там такая же штука есть. Вот такая вот, стреляй туда.
еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Ось. Давай подниму эту ось. Хорошо. Это все золотое. Ее на место. Великан же делали, точно. Теперь выровняй колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, может. Ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не... Ты устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Итак, это оказывается не радужный мост, но смысл-то тот же. Поднимайся. Все то же самое. Здесь маленько не те миры, может, которые я представлял у себя. Давай. Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители... Ты не будешь стрелять? ...работали вместе. Дальше была лишь вражда. Говори. Что мне здесь надо-то? Вот его гнома. Кто из них лучше умеет обращаться с чем? Ай-яй-яй-яй. Это видяха. Стреляй уж. Лиоса. Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. А как ее заряжать? Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Ай-яй-яй-яй. Так это разовые акции. Ты не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Ты их не слушай. Ты слушай нас. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Чего свет? Комната перехода. Дерево какое-то. Ну давай. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Пойдем. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Биврёст.
Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Беврёст сюда. Что-то не совсем понимаю. Куда, какой свет он переносит? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Беврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мир недоступен. Мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. И где это? Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Альфхейм, ну все, вот он. Мы готовы. Не забудьте взять Беврёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление, и откроется мир между мирами. Я не понял, но мы в своем мире-то еще ни хрена практически не сделали. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Беврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Так, выполнено, другой мир. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Беврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Беврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застрял. У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Ну, не совсем, конечно, понимаю, как это все сработало, но, видимо, рассчитано на то, что это должно быть прям как пипец, как очевидно. Но все-таки, если это действительно так, то это все-таки радужный мост. Хотя я его зачем вот это толкал-то тогда первоначально? Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет.
Проклятие, так что быстро! Что происходит? Чтобы восстановить магию Библиоста, нужно шагнуть в свет! Будьте очень осторожны, чтобы не попасть! Ладно, и она в тот мир ушла, ничего страшного. Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Идем. Посмотри вокруг. Держись рядом, ничего не трогай. Здесь-то мы еще не сражались, откуда я знаю, что здесь за монстры могут быть? Что это? Место! Похоже, ты это убил. Где тут что есть? Так-то красиво. Даже не знаю, если бы это как-то один из девяти миров. Ого, а вроде это что? Мир-то был это один не наше же. Дело. Соберись. И звезды. Какое Марио. Но тоже воин, от трупа он лежат. Пипец. Ничего не меняется. Во всех мирах одно и то же. О, стой, подожди. Сын, что написано? Что-то про войну за свет. Что-то не про понимаю. Войну свет. Если свет нужен обеим сторонам, почему не... Вечная война ради торжества света. Того самого света, который нужен нам для приверста. Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Так, понятненько, не могу. Вот так вот. Могу. Все. Мир становится понятен. Ах, если все люди могли бы прозреть, это было прекрасно. Они одевают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Далеко! Я его уложу! Так, сведения цели, так. На. На. Так, убивайте темных эльфов. Опа. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Кто фыркнул? Фу, откуда взялась эта гадость? Светлые эльфы, темные эльфы. Так, ты не спеши туда, сынок. Осмотрись. Нет. А, ладно. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Опа. Смотри, какой ближе к свету.
Надо гнома искать. Мне топор пора прокачать. Так. Символ угрозы какой-то. Плюс один. Не знаю, правда. Что такое может быть? Стоп, это за... Синдри? Смотри, там на берегу лодка. Давай. Как-то не так маленько делаю я. Это я уже... А! Вот так вот надо. Поплыли. Откуда ты поплыл? Подожди, плыву. Лягушка. Нету. Лягушки-квакушки нету. Так. Как ты опередил нас? Так, карта обновлена. Не совсем я понимаю эти миры, но я понял, что вот отсюда я вот сюда переместился, я так понимаю. А или отсюда ли? Сюда. Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас и единственный. Может, для вас я единственный? Так, карта. Блин, это новый мир. А мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. А, верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Чары, повышающие случайно выбранную характеристику. Нагрудная броня. Нет. Талисман. Рукоять для топора. Так, живучесть 6. Давай. Так, круны 6, живучесть, защита 4, удача. Вот, броня для бедер, вот это да. Так. Минус 8, ни хрена себе. Так, это минус 8, но тут защита зато. Но сила, правда, падает. Но здесь-то вроде на 2 всего падает, но на 5. Удача 4, удача 4. Так, защита, так. Все-таки вот это, я думаю. Великолепно.
Так. Броня для рук. Что-то все характеристики в минус. Что тут великолепного-то? Тем более нет. Нет, ничего не идет. О! Так, но мне не хватает. Сила. Кусок чешуи мирового зверя. Змея. Лучше не давай это моему брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Так. И это хорошо. Плюс 2 сила, плюс 2 защита, плюс 2 живучесть. Вот живучесть минус 8. Зверловно так, рукоятка. Ладно, посмотрим высоты. Так. А еще можно улучшить. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. А, улучшено до максимума. Вот что надо улучшать. Теперь моим врагам не позавидуешь. Так. Смогу еще прокачать топор. Замерзшее пламя. Блин, у меня оно было вообще первоначально. Все что угодно, юноша. Прочно. Так, сталь. Что мы упустили? Так. Восстановление 6, но защита падает, и сила вообще на 20 уходит. Не хватает. Броня. Тоже не хватает ресурсов. Талисман. Ну, так я не буду пыль миров тратить на это. Потерянные предметы, так. Нагрудную броня. Вот эту защиту. Продать. Это пригодится. Нет, это я пока продавать не буду. Золото и гира. Зачем мне продавать? Пить. Так. Ну а ты, юноша? Поиски, так. И вернемся к тебе. Все, да вроде нормально пока. Все, отдыхай. Так, 85. Так. Плюс 2, минус 8.
Но с этими плюс 2-то даже и заморачиваться не стоит. Так. В минус, в минус. Так. Надежда великих. Итак, это что у нас получается? Высокий шанс получить благословение защиты при так, улучшении здоровья Кратоса до критического уровня. Так, живучесть. Так, это что у нас? Повышение сопротивления удара от огня на 50%. Так, гравировано. Так, великий шанс получить благословение силы рун при успешном парировании. Живучесть, руны, удача. Блин, вот так-то, вот это хорошо. Ну, живучесть падает у меня тогда. Он все равно что-то да забирает, смотрите. Давай вот это вот будет. Навыки. Ва, навыки. Так, купить. Это что, прицельтесь, удержите зверь, чтобы бросить 3 цели на теле одного противника или 3 равных врагов. Понятно, это конечно. Так. Здесь у нас что? Серия с точным броском теперь сопровождается мощным взрывом при попадании в цель. Конечно. Так, во время бега, чтобы провести мощный так в прыжке. Хорошо. Увеличение объема, так. Ага. Вечной мерзлоты получаем при каждом успешном ударе топором. Выполняю уклонение, удерживайте S и нажмите Z, чтобы выполнить быстрый бросок топора. Ага. Все, конечно. Так. С луком у нас что? А, улучшение лука требуется. А как мне луки, лук-то как броня? Броня. Ну-ка пойдем-ка попробуем лук-то как можно это тут прокачать. Так, талисман, броня, броня. Броня для рук, нагрудная броня. А тебе что приглянулось? Ага, вот оно что. Может, что-нибудь еще? Все, пока. Что у меня с картой? Ладно. Подождем. Атрей, ко мне. Я иду, иду. Нет. Подожди, лодка, поплыли. А я жду, как дурак, поплыли нахрен. Вообще, как мы поплывем-то? Это я не понял. Нам же ее тащить надо. Или я ее вытолкну туда. Все. А я в озеро там или море ищу на заднем фоне. Что сказал? Я молчал.
Правда? Ну ладно. Что-то слышишь не то? Так, надо немного подзакругляться уже, все. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Так. Заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Сын, что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? А ей богу ничего. Нет. А я есть бог, бог войны. Они злые. А ты этого играл, как же игра-то называлась? Dark Souls, по-моему, там тоже бог войны, всадник один из 5-7 скольких там. Так. Эпический предмет, напиток из росы мирового дела, обладающий длительным... Блин, так, восстановление, повышение, восстановление на 2. Так, ладно. Хочу взглянуть, что там. Кстати, есть книга такая, «Мир Тир по круглой грани Земли», почитайте, у нее есть, ну так, это две книги. Опа. Так, минутку. Ней. Как бы мне все это все обделать, переделать, выделать. Нет, это не причал. Все-таки в пещеру. Пещеру нас зовут. Приключения зовут. Ну давай, я же сильный, греби побыстрее. Думал, еще вырастет капелька. А как посмотреть у меня в ресурсах? Давайте посмотрим. Пыль миров. Замерзшая половина 0. Подношению Тюру. Так, кольцо алхимика, яблоко, количество 3, знак гномов 1, постоянное повышение силы руны на 4, так, простой камень воскрешения. Пока вроде ничего такого, прочная вот так, сверовская сталь. Ну ничего. Потом где-нибудь, а когда-нибудь прокачаемся. Ну и где это я? Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Давай. Сынок, ты куда лезешь всегда? В неприятности норовишь какие-то залезть. Темные эльфы, светлые эльфы. Хватит, хватит, я вам говорю.
А то мы эльфов ни одного не видели, все друг друга перебили нахрен. Ух ты, статуя какая-то лежит. Гляди, наверное, это и есть храм. Может быть. Так. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Хватит. Истории прибережем для корабля. Ого, тут тоже есть чаша с песком. Прочисть? Давай. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Понятно. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кто хочет закинуть, помочь донатом, ссылки есть в описании, где вы можете. Номер счета, жаль, эльфы не номер могут все электронных уладить. Кошельков. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ну что ж, на этом ты все. Смотришь глазами, подписывайтесь на мой канал. Но... Пока. Не, для солдата красота – это кровь его врага. Остальную кровь часть души он теряет. На время или навсегда. Ты много знаешь про войну. Вороны. Правда? Войны ведут.